Так, ну вот, разжег, не без трудностей, там немножко где-то что-то клинит, то есть регулировка иглы прочистки влияет очень сильно на горение, сейчас это демонстрировать не буду, в данном случае малый газ чересчур, вот, немножко увеличиваем, это пошел уже большой газ. Попробуем примастить посуду, как она будет выглядеть. Да, хорошо видно, хорошее пламя. Хорошо лижет, голубое. Отлично. Так, пробуем уменьшать. Это мы увеличиваем. Так, ну вот, потихонечку. Если надо малый огонь, ну немножко желтит, краснит, вернее. Ну так вот. Примус не чищен, ничего еще особо не делалось, только заменились прокладки, все пластмассовые были. Надо еще хорошенько посмотреть уплотнение. Удобный, достаточно неприхотливый. В общем, так.